Азербайджанские солдаты обнаружили лагерь армянских террористов в селе Таглар Ходжавенского района. Группа армянских вооруженных сил, которая, согласно трехстороннему заявлению, не выполнила взятые правительством Армении обязательства и не покинула нашу территорию, совершила террористические акты. Героическими усилиями азербайджанских военнослужащих террористы были нейтрализованы. Азербайджанские солдаты в ходе контртеррористической операции обнаружили лагерь армянских сепаратистов. На видео азербайджанский военнослужащий демонстрирует палатку, в которой недавно прятались армянские боевики. Около палатки обнаружено оружие и боеприпасы. Палатка была хорошо оборудована, в ней имелась печь, спальные мешки и остатки продовольствия. Среди вещей мы обнаружили кофе и сникерсы. Они давно оставались здесь. Но ничего, от нас они не сбегут, рассказывает азербайджанский боец. Sinikes, kofe, her şeyler var imiş burada. Şerefsizler kalıp hele burada da. Ama bizim elimizden kaça bilmeyecekler. Düzdür kardeşim. Ya bunların terzi görsen, ne bileyim, duruzba, odun doğramak için. Sursatta. Böyle akraşalar. Bu magazin. 7.62 magazin. Oturdular. Hele ki bu kadar. Helalik.